«Ой, мамочки» – белорусский телесериал, работа над которым началась 5 лет назад. Фильм посвящен одной из самых трогательных тем – материнской заботе и воспитанию детей. В кинокартине снялись знаменитые белорусские и российские актеры. Светлана Суховей, заслуженная артистка, председатель гильдии актеров кино, здесь исполнила роль тещи. Героиню буквально писали под ее образ и даже назвали Светланой Ивановной. Я считаю, что это серьезный проект. Это не легкомысленная какая-то картина по сути своей, потому что привлекательность вот этой темы сейчас очень востребована. Нам нужно с вами, чтобы у нас было здоровое, нормальное, красивое поколение, которые пришли за нами. И я счастлива, что я поучаствовала в картине, которая именно несет вот эту позитивную мысль о том, что надо, чтобы рождались здоровые, хорошие, интересные дети. Разные семьи, разные судьбы. По словам актеров, каждый зритель найдет для себя любимого персонажа и сможет с головой погрузиться в истории мамочек. Савушкина Светлана, судя по вашим анализам за последнее время, все было в пределах нормы. Что случилось? Дочка чуть не попала под машину. У меня прямо сердце оборвалось. Специфика телевизионных фильмов требует от съемочной группы работы на пределе возможностей. Ограничения по времени съемки, необходимость четко соблюдать хронометраж и укладываться в бюджет. «Киношок» уже не первый год сотрудничает с режиссерами из Белоруссии. За неделю конкурсного показа анапчане и зрители смогут оценить 9 телевизионных фильмов и сериалов. Судьбу кинокартин определит зрительское голосование. Каждая оценка может стать решающей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.